На левобережном пляже была радуга. Так называется пришкольный лагерь 29-й Чебоксарской школы. Вместо прогулок на школьном дворе его воспитанники отправились на экскурсию за Волгу. То, что лагеря называются пришкольными, не означает, что дети сидят в классах или гуляют на школьном дворе. В программах смен значатся бассейны, театры, музеи, экскурсии, кино и вылазки на природу. В этот раз ученики начальных классов 29-й школы отправились на левобережный пляж. Ну, сегодня мы наконец-то выбрались за Волгу, на наш солнечный берег. Погода всю смену была плохая, дети так ждали. И вот, видите, мы играем в спортивные игры, веселимся, радуемся солнышку, свежему воздуху. И, конечно же, надеюсь, наберем сил для дальнейшей учебы. За то, чтобы на берегу не было скучно, отвечали специалисты управления спорта. На разных площадках играли волейбол, пляжный футбол, теннис. Мне больше игра нравится пионербол. Ну, там надо метко кидать, противнику попадать и ловить мячик. К летнему отдыху детей, которые остались в городе, второй год активно подключают и городские парки. Наши школьники, посещая или Лакриевский лес, или парк Николаева, проходят определенные квесты, программу, посещают аттракционы, заполненные. Для этого созданы все условия, и, в принципе, мероприятия отличаются довольно-таки насыщенной программой. В июле лагеря с дневным пребыванием детей откроются на базе детских центров творчества. Там стартуют тематические профильные смены.